Новый парковый комплекс в Кольцово откроют раньше запланированных сроков, уже осенью. Это зона, в которой не будет автомобилей, зато уток и белок в избытке. Подробности в нашем следующем сюжете. Новая пешеходная зона в Кольцово разделена на две части. Это пологий серпантин для прогулок мамочек с колясками и пенсионеров. Ну а здесь более короткий путь к мосту. Лестница с перепадом высот около 15 метров для молодежи. И как бонус великолепный вид на речку с почти пушкинским названием Забабуриха. Эту речку временно заставили течь по трубе. Через нее перебросят мост. Опоры для него сначала построили, а потом засыпали грунтом, сделали дамбу. На ней и саму арку монтировать удобнее, и как технологическую дорогу можно использовать, рассказывает начальник участка. Эта дамба нам нужна была как технологический проезд, чтобы осуществить земляные работы по отсыпке насыпи на этом берегу, соответственно, укладки оснований под асфальтовое покрытие. Ну и завоз металлоконструкции на устройство лестницы. Длина моста 38 метров, ширина 4, вес 25 тонн. На одном берегу широкий проспект и остановки транспорта, на другом большой новый микрорайон, жители которого первыми нашли короткую дорогу к маршруткам и автобусам. Те небольшие козьи тропки, что называется, подсказанные жителями, инициировали этот большой проект. Он еще и соединяет это пространство придомовое с нашей парковой зоной, верхом, и выходит на тропу здоровья. Проект – один из многих в программе «Доступная среда», по которой в этом году в области на благоустройство потратят почти миллиард рублей. Ресурсы направлены были изначально по плану на 167 объектов в целом, из которых 54 – это общественные пространства, в том числе этот объект, который мы сегодня здесь наблюдаем. Значит, благодаря экономии на торгах, то есть проведены торги, у нас появилась возможность вот экономию эту распределить еще дополнительно на 9 проектов. Срок сдачи моста и прилегающей пешеходной зоны – декабрь. Но работы ведут с опережением графика. Скорее всего, покормить уток или белок в комфортных условиях местные жители смогут еще до снегопадов. Сергей Толмачев, Борис Гладких, новости ОТС.